За месяц до начала нового учебного года украинцев прежде всего интересуют вопросы наличия учебников, школьной формы и ремонт классов. Чтобы не было ажиотажа, перед 1 сентября по поручению первого вице-премьера развернут ярмарки, а также проверят качество школьных товаров. Доручаю министрам экономического развития и торговли, освіти та науки спільно з Держпродспоживнаглядом організувати перевірки шкільних товарів у закладах торговлі. Про результати прошу доповісти і оприлюднити їх у ЗМІ. До порушників прошу застосувати самі сурові заходи. Относительно 1 сентября этого года, которое приходится на воскресенье, в профильном ведомстве подчеркивают, праздники не переносить. А вот занятия школам рекомендуют начать с понедельника 2 сентября. В этом году, по словам министра образования, за парты впервые сядут 500 тысяч детей. Проблем с учебниками быть не должно, уверяет Дмитрий Табачник. Ежедневно в учебные заведения доставляют около 400 тысяч книг, а для незрячих учеников младших классов их напечатают шрифтом Брайля. Все подручники для другого класу в травні місяці надруковані і довезені до обласних управлінь. На сьогоднішній день вони вже всі роздані по школам. Друк підручників 5 класу завершено. До 10 серпня всі підручники будуть доставлені до органів управління освітою на місцях. В цьому році за кошти державного бюджету 243 мільйони, буде надруковано 13 200 з лишнім тисяч підручників. Рассказали в правительстве и о будущем урожае. Цены на сельскохозяйственные товары останутся доступными. До конца года повышение стоимости хлеба не планируется, заверил Сергей Арбузов. В этом году аграрии Украины уже намолотили 27 миллионов тонн зерновых. Это более чем на 4,5% больше, чем в прошлом году. Вища урожайність ранніх зернових у Черкаській, Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Україна має потенціал для подальшого нарощування врожайності зернових культур. Насамперед, за рахунок підвищення якості посівного матеріалу і широкого застосування передових агротехнологій. Втім, важливо, щоб високий врожай відчув кожен українець, чи в магазині, чи на ярмарку. Экспорт украинского зерна может вырасти до 28 миллионов тонн, удовлетворив потребности традиционных и новых рынков сбыта, отмечает профильный министр. В этом году на экспорт планируется выделить почти 9 миллионов тонн пшеницы, 2,5 ячменя и более 16 кукурузы. Як обсяги виробництва, так і обсяги зовнішніх відвантажень зерна в поточному зерновому році будуть рекордними для нашої держави. Довідково я хотів би проінформувати, що обсяги експорту зернових в 8-9 маркетовому роках склали 24,4 мільйони тонн, 11-12 – 21,8 і в 12-13 – 23 мільйони тонн. В липні проекспортовано вже 1,2 мільйони тонн зерна. На этой неделе также было выполнено очередное условие ЕС на пути к Вильнюсскому саммиту, сообщил первый вице-премьер. Был завершен процесс согласования стратегии управления госфинансами. Не обошел вниманием Сергей Арбузов и обеспечение украинцев социальными услугами. По его словам, обновленный формат единого окна является эффективным, ведь благодаря уменьшению бумажной волокиты удастся повысить рациональность использования средств. Александра Толкачева, программа «Наше время».